Хранитель света бьет издалека. Он слабее Криоманта по урону, но живучесть выше. Играет важную роль в любом групповом бою. Это базовый класс поддержки, нацеленный на защиту союзников. Криомант бьет издалека и сильно. В ближнем бою долго не протянет, потому неплохо умеет его избегать. В команде задача Криоманта — Паладин. Сражается в ближнем бою. Урон небольшой, но живучесть высокая. В команде отвлекает внимание врагов на себя. Это простой класс. Паладин. Помните, что вы паладин. Атакуйте, комбинируя серии ударов. Перед вами стая. Эти противники слабы поодиночке, но вместе очень опасны. С помощью способности, наносящей урон по области. Но немногочисленных противников уничтожайте по очереди. Используйте способность, наносящую значительный урон одной цели. Come on.
Иногда урона можно избежать. Присмотритесь к противнику. Некоторые атаки занимают время на подготовку. Воспользуйтесь этим, чтобы уклониться. Добивающий удар. Позвольте ему идти красиво. Начинаю загрузку программы тестирования. Уровень сложности, так и быть, средний. Внимание! Критический сбой. Выход из программы симуляции невозможен. Советую приготовиться к худшему. Кажется, что-то сломалось. Не паникуй. И постарайся продержаться, пока я тут все не исправлю. Загружаю божественное оружие. Это способность, которая станет доступна вам позже, когда вы достигнете значительного прогресса. Поправка, если достигнете. В божественной форме богам доступны мощные божественные способности. Вдобавок, облик бога производит на смертных неизгладимое впечатление. Вы знаете, что в любой момент, за исключением боя, можете поменять класс на один из доступных? Если не знали, запомните, а лучше запишите. Ну как, понравилось? Обычно я форму бога не выдаю. Она вообще в программу тренировок не входит. Но это был экстренный случай. Когда-нибудь ты сможешь принимать эту форму и без моей помощи. В реальной жизни, а не в виртуальном пространстве. Да пустяки. Будешь стараться, и результат не заставит себя долго ждать. Каждому классу соответствует определенное оружие. Оно сочетается с артефактом, который усиливает ваши способности и не зависит от класса.
Экипируйте артефакт и оружие. Криомант. Каждый класс имеет базовую атаку. Она не затрачивает ресурсы и может быть выполнена даже тогда, когда их запас на нуле. Перед вами стая. Эти противники слабы поодиночке, но вместе очень опасны. Уничтожьте их с помощью способности, наносящей урон по области. Сильных, но немногочисленных противников уничтожайте по очереди. Используйте способность, наносящую значительный урон одной цели. Иногда урона можно избежать. Присмотритесь к противнику. Некоторые атаки занимают время на подготовку. Воспользуйтесь этим, чтобы уклониться. Удар. Позвольте ему уйти красиво.